Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру Dead Space, 5-я глава. Я, честно говоря, не помню, на чем мы остановились в последний раз, но тем не менее, у нас что-то с воздухом. Организмы на станции каким-то образом изменяют воздух, в результате людям становится невозможно дышать. Я, честно говоря, в игру сел после шороха, то есть сегодняшнюю серию шороха, которую посмотрим. Ну, черт! Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. В общем, серию шороха, которую вы посмотрите чуть позже, чем серию Dead Space эту, я записал ранее, но тоже в тот же вечер. И надо сказать, что там было настолько страшно, что мне сейчас нужно отдохнуть. А серия Dead Space, на мой взгляд, после шороха воспринимается как что-то детское, совершенно не страшное. При том, что игра сама по себе очень крутая именно в плане пугающих моментов. Ну, первая часть, вторая, это она больше экшеновая уже. Но как-то вот такой подход пугания скримерами, он пугает гораздо меньше, чем то, что происходило там в сегодняшней серии. Всем советую. Так, сейчас. Мне, в принципе, ничего не нужно. Давайте потихоньку продвигаться. Я не знаю, возможно, это... Возможно, эта серия будет не очень длинной, потому что сегодня ограничен по времени, как вы по подкасту, наверное, могли слышать. Так что эти серии, возможно, я не успею записать в стандартном формате. Ну что все падает, я не знаю. Но тем не менее, сколько успею, столько запишу. А дальше с понедельника уже пойдут манекены. Дальше с понедельника пойдут. Ты не в силах помешать Божьему промыслу. Естественный порядок. Ты так же слеп, как и все. Ладно, как скажешь. Кстати говоря, многие просили меня субтитры включить. Давайте попробуем. По-моему, все прекрасно слышно. Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. Так, у нас тут не появился костюм 3-го уровня. Что-то у нас тут какие-то светильники появились с момента последнего визита. Подожди. А, нет, показалось. Уф, так. Ничего нового. Я маленько рассеян, это потому что я опустошен. Меня очень напугало в предыдущем моем... сегодняшнем сеансе записи в игре Шорох. Я вам, конечно, спойлерю, но было действительно страшно. Да что ж ты... Ненавижу. У нас это взаимно. Я ненавижу манекены, они ненавидят меня. Так, ладно, а нам, в принципе, одна дорога. Здесь у нас в последний... Что там был такое? Здесь у нас последний раз мужик стучался лбом об стену. Это все решаемо. Пока у нас есть огнестрелы, и у врагов есть куда стрелять, мы непобедимы. Патроны, конечно, подходят к концу, поэтому нужно что-то со всем этим делать. Ты посмотри, а с патронами это вообще голяк. Давайте мы купим маленько патронов, потому что это же нереально. Эдак хотя бы одну обойму. Что-то я не ожидал, что у меня так много патронов, ой, мало патронов.
А, у нас костюм третьего уровня появился. Отлично. Или он у нас был? Я не помню. Так, импульсные заряды. Отлично. У нас на данный момент костюм второго уровня, насколько я помню. Нет, у нас третьего уровня костюм. Ну, все правильно. Можно насчет этого не беспокоиться больше. Так, еще есть желающие? Кто-то меня зовет. Слышали? Что не так-то? Почему Айзек пугается? Так, аккуратно. Кто-то тут фонариков понарасставил. Это что за хрень? А, я вспомнил, что это за хрень. Не очень приятная такая штуковина. Вот видите, чем нам помогает эта дверь? Несмотря на то, что мы сюда силовой узел потратили. У нас тут по второму визите еще что-то осталось. Отлично. Хорошо. Ох, сейчас проблемы начнутся с этой дурой. И, по-моему... О, да. Подожди. Проще будет вот так. Да, с моей меткостью, конечно. Ты мне мешаешь. Извини, придется умереть. Скотина. Так, подожди, справа осталось что-нибудь? Нет у нее? Нет, только слева одна. Так, а теперь с детишками. А, она жива еще? Или нет? Нет, все умерло. Какой только пакости. Да, блин, ты издеваешься, что ли? Нет на этом корабле. Нет, смотри, живая. А вон еще одна идет. Или нет? Так, ну давай. Все, вроде уехал окончательно. А теперь детишки. Их убивать смысла, по-моему, нет, потому что она их будет бесконечно возрождать. Пока, собственно, от мамочки не избавимся. Да блин. Эу. А, ну все нормально. Лег. Что за тревожная музыка? Так, здание. Вот такую дуру встретишь. Здание. Так, тут мы последний раз очень сильно испугались, несмотря на то, что я думаю, эта игра не будет особо пугать, но тем не менее пугает. Удается ей временами это. Так, меня мол... Да... Ах, куда ты едешь? Давай обратно, покатаемся маленько. Меня чуть-чуть покоцали. В принципе, ничего страшного, но... Ой, блин, что ж ты визжишь-то так громко-то, а? Шо?
Так, еще кто? Блин, патронов маловато, надо экономить. И жизни тоже, не сказать, чтобы очень много. Вот, похоже, сегодня у нас будет первая сложность с этой игрой. Ну да ладно. Ты рядом с химлабораторией. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Ладно. А мы пока сохранимся. Так. В последний раз мы ходили сюда, там у нас вакуум. Теперь мы идем в химлабораторию. У нас вроде более-менее спокойно. Чей-то дневничок лежит. Давайте-ка мы его почитаем. Кто-то баррикадировался, но, похоже, безуспешно. Личный дневник, доктор Кэлус Мерсер. Теперь у меня есть объект для изучения. Я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Офигеть. Доверил мне, говорит, свою жизнь. Ребята, у нас проблемы. Я помню это место. Ну как помню? Я помню этих ребят. Они неубиваемые. Но по-моему пока что можно безопасно ходить. Да? Да? Радиация, похоже, облучали. Ладно. Пока что все нормально. Так, ну и что? Давайте приступим. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Синтез антигена завершен. Пожалуйста, заберите капсулу. Ой, с кем приходится работать? Что ты делаешь? А. Борьба за жизнь достойна восхищения, но твои потуги напрасны. Хотя, может, люди как вид не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы. Но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой бег, свою борьбу. Наше будущее, твое будущее, будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества, детьми, которые заменят нас нашим лучшим творением. Очередной поехавший ученый. Ну да. Патронов, что самое классное, не так много. Куда идти-то? Не сегодня, прости. Отнюдь. Увы. Ты не сможешь убить это, Айзек. Да ты что? Она постоянно регенерирует. Убирайся оттуда, беги! Так, не возрождайтесь раньше времени, уважаемый. Валим, валим. Кто-нибудь есть?
Ой-ой-ой, только не вы. Ой-ой-ой, валим. Валим. Очень плохо. Почти не могу дышать. Эта органическая дрянь тут повсюду. У меня глаза ищут. Черт, ничего не вижу. Дружок, у нас с тобой возникло недопонимание. Твою мать. Теперь найди ткани с образцами ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. Да заткнись, то уже не до тебя тут, а. Кто как хочет, а я сохраняться нафиг. Ой, я в начале этой серии говорил... Да успокойся. Говорил, что мне нечему бояться в этой игре. Я, походу, сильно ошибался. Так. Я думаю, все пройдет не так гладко, как могло бы. О, это же клиника Ишимура. Ненавижу это место. Твое упрямство меня поражает. Держать за каждый вздох, ты ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. Но теперь он принадлежит детям. Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Послушай. Слышишь? Она уже близко. Молись. Поехавший. Целиком и полностью. Вот оно, понятно. Я думаю, а что дверь закрыта? О, как... Это мое нелюбимое место, походу, в игре будет. Я сколько раз сюда попадал, все время... Все время был недоволен. Ой, ёкарный бабайка! Там... Мне хана. Деньги нахрен. Чё делать-то, ребята? Ой-ой-ой. Оп, пардон. Да уйди ты от меня, хоть ты. Так, парни и девушки, ты
Так, я не совсем понял. Да стреляй ты! У меня время от времени еще не стреляет почему-то. Да почему я тебя не могу-то вытащить? Мне хана, мне хана. Блин, куда идти? Он меня сейчас просто разберет на запчасти. Где там ребенок? Вот ты скотина. Что-то все время блокирует двери. Я взломала защиту. Вперед! Ну вперед. Он уже у нас там по новой, похоже, себе лапу отрастил. Давай, 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 давай. Давай, до свидания. Да закрой ты дверь, елки-палки. Так, у нас есть силовой блок? У нас есть силовой блок. Я могу тут отдохнуть? По-моему, это было не лучшей идеей. Да, блин. Здесь скорее не столько страшно, сколько беспокоит понимание того, что у тебя проблемы. Так, сколько у меня патронов? 103. Жить можно. Да хватай ты, ну... Так, ладно. Ой, опять ты. Давай. Я не понимаю, она почему не отрывается? Да, блин, а. Ненавижу этих тварей. Давай. Да что ж с вами не так-то? Ты не сдох еще. Все, походу. Так, теперь с вами. Ладно. Живой. Что-то густо как-то пошло, согласна, да, со мной? Это какая-то серия. А они меня решили доконать сегодня. Что у меня там по аптечкам-то? А, у меня больше нет аптечек, хорошо. Да, в этой серии напряженка. Ну что, девочка? А,
Обалдеть. Блин, дали бы лучше стазиса маленько. Он мне сейчас явно пригодился. Так, ладно, уходим. Что-то это все нехорошо. Уф, блин. Я надеюсь, ты не побежишь ко мне, подружка. Ой-ой-ой. Так, хорошо. Есть сохранение. Это вообще отлично. Не могу сказать, что я прям образцово это место прошел. У меня была легкая паника, но... живой пока. Да, он окончательно свихнулся. Так, это мы успеем поставить. Все стены исписаны этой вязью. Голова в пробирке. Тоже хорошо. Да зачем так много плазменной энергии? Дайте лучше импульсных. Личный дневник, доктор Кэлус Мерсер. Образец прекрасно реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия. Но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен изучением обелиска. Как будто это имеет значение. Да к тому же я заметил у него те же признаки слабоумия, что и у колонистов. Вчера он заявил, что беседовал со своей женой, хотя Эмилия Кейн умерла несколько лет назад. Рост клеток идет отлично. Терпение. Твой час скоро придет. Очень скоро. Да, слов нет. Что за придурок? Добавляю образец 9797 к остальным компонентам. Требуется перемешивание. Так, отлично. Отлично, Айс. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Отказ системы жизнеобеспечения. Точно, побери, это будет слышно. Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Так, ладно. Где нам подышать можно будет? Сейчас опять эта дура на меня будет лезть, похоже, да? Ой, только не вы, пожалуйста. Блин, надо было на вас как-нибудь баллон использовать. Уже были? Спокойно, господа. Не все хором, по очереди. Все получат свое. Аккуратно. Да блин. Блин, минута осталась. Но там у нас можно подышать в комнате, которую мы открыли. Закрывай. Подожди, он ему пофигу? Блин, это плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрый день, ребята. Добрый-предобрый. Спокойно, без паники. Все получится у нас. Спокойно, друг. Блин, он... Да, уйди ты от меня, уйди. Да открывай ты дверь, ну. Да, давай, инвентарь. Оно, оказывается, прям под рукой было. У тебя есть все, чтобы изготовить яд. Возвращайся в лабораторию.
чего не задумал. Делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты и попробую определить его координаты. А ты пока смешай все компоненты. Хорошо. Так, я, пожалуй, сохранюсь. Что-то все хуже и хуже идет. Кто у нас там рычит? Так, мне что, обратно теперь туда идти? А, или сюда? Ну, тут не так, чтобы прям далеко. Но, конечно, как повезет. Так, у меня патронов нет. Зато на резак, по-моему, полно, да? Ну, тоже не сказать, что много. Блин, давайте я куплю лучше, потому что это же вообще невероятно. Все патроны уходят на этого хрена. И, пожалуй, для резака я и куплю. Так, плазменная энергия. Вот так, я думаю, нормально будет. В данном случае резак выруливает за счет того, что он... Ну, он режет, он резак. Это в нашем случае то, что нужно. Так, тут не будет ничего... Блядь. Есть новая информация по атмосфере. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. Отлично. С каждой секундой все лучше и лучше. Вижу. Так, ребята. Да блин. С вами, конечно, хорошо, но без вас, очевидно, лучше. Уф, так, ладно, вроде. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Перемешивание завершено. Пожалуйста, заберите капсулу. Хорошо. Надеюсь, яд подействует. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. От Хэммонда пока никаких вестей, так что будь осторожен. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. Я начинаю восхищаться силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не стоит отвергать предложение разума Роя. Ты будешь свидетелем. У нас одна дорога, похоже. Я уже хочу убить этого придурка. Обалдеть. С этой стороны некроморфы ломились, вы видите, да? А нам патроны. Так, много патронов, хорошо. Еще патроны. Блин, а что так много патронов-то давит? Это не к добру явно. А, я помню это место. Ну ладно, слава богу, я помню, что тут нужно делать. Возможно, ты понял. Мое дело должно быть продолжено. И оно продолжится. Я, доктор Телус Мерсер, стану проводником нашего рода на пути к спасению. Эти образцы вернутся со мной на Землю, и я распространю их святое величие по всей планете. Оставлю вас с моим созданием. Окунитесь в неизбежное.
Дружок. Ой, не надо. Тихо. Да блин. Мы больше не увидим. Это. Я смогла взломать установленную Мерсером защиту. Рядом есть еще одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидропоники. Давай считать, что времени хватит. Давай. Как видите, когда знаешь, что с ним делают, он не представляет никакой опасности. Осталось разобраться с ребенком. Двумя ребенками. И у нас тут новый экспонат. До свидания. С вами было весело, без вас гораздо лучше. Фух, так. Блин, как хорошо, что я помню это место. Потому что серия так уже затягивается. А тут получилось достаточно эффектно. Забежал. И все сделано как нужно. Ну ладно. Пора, похоже, заканчивать эту главу. Идти к вагонетке. Супер! И побыстрее, пока там Хэммонд не отъехал. Потому что ему натурально дышать, похоже, нечем. Не люблю длинные коридоры. А, ну это транспортная станция. Понятно. Хорошо. Всегда есть пенг. Я с вами согласен. Пенг всегда на первом месте. Ладно. Уф, так, ну и что? Я думаю, на этом и завершим эту серию. В следующий пойдем помогать Хэммонду, но я за это возьмусь уже, когда будет побольше времени. Через несколько дней. Сегодня серия вышла достаточно торопыжная, но тем не менее я все сделал именно так, как, собственно, и нужно было. Потому что, ну, как-то неохота мне было с этим в догонялки играть, с этим здоровым парнем, с амбалом. Я лучше поступил так, как помню. Это, на мой взгляд, хорошо. Память все-таки временами преподносит мне сюрпризы. И вообще, вот эта часть, я ее больше всего запомнил из всей игры, потому что тут, ну, натурально было временами страшно. Но как бы там ни было, остальные части тоже очень крутые, поэтому увидимся в них. С вами был Артур, удачных выходных, пока-пока-пока.